Мы не можем спокойно работать с нынешним директором. Она постоянно ругает нас. В педколлективе нет покоя. И это, конечно, влияет на нашу работу. Дети недополучают достаточных знаний из-за растерянности и постоянного стресса преподавателей. Чтобы вот так громогласно выйти и потребовать замены руководителя школы, говорят педагоги, им пришлось многое вытерпеть. Наконец, когда их чаша терпения переполнилась, практически весь педагогический состав шымкентской школы номер 33 пришел на прием к руководителю Гарано Интымаку Мадиеву. По словам учителей, сработаться с директором школы, которая пришла на этот пост всего 9 месяцев назад, они так и не смогли. Терпение учителей иссякло. Наш директор – новый человек. Вот это назревание, эта ситуация, можно сказать, уже шла, уже сколько, можно сказать, сентября месяца. Портфолио, мы готовились к аттестации, портфолио делали, это все делали. Были минусы, конечно, мы же, конечно, везде играет человеческий фактор. Но получилось так, что уже вчера последняя капля, что директор пришла после обеда, вызвала нашего программиста, забрали в учительской, где сидит наша зауч Аманкуляпай, забрали с программистом компьютер, всю технику и сказали: освобождайте кабинет. Коллектив школы опасается, что завуч с 27-летним стажем может в один момент остаться без работы. По мнению педагогов, подобные действия со стороны руководителя школы являются самоуправством. Закрывать глаза на такое отношение руководства учителя не намерены. Бізін коллектив, мынау директорымызбен 9 айдан бері келіспей жатырмыз. Мы с коллективом неоднократно пытались разрешить конфликт мирным путем, но директор школы ничего не желает слышать. Постоянно повторяет завучу одно и то же: уходи с работы, освободи рабочее место. А причины на это нет. Сегодня завучу уволит, а завтра и до нас доберутся. Что нам на это нужно, молча смотреть, что ли? Встретиться с руководством Гарано у преподавателей сегодня не получилось. А вот директор 33-й школы ситуацию с увольнением комментировать и вовсе отказалась. Нет, хорошо. А какого? Такое поведение руководителя учебного заведения еще больше возмутило педколлектив школы. Нам не нужен такой директор. Как говорится, рыба гниет с головы. Мы, молодое поколение учителей, берем пример с педагогов, которые работают в этой сфере более 10 лет. А нам такие поступки и безответственность не нужны. Уже в среду состоится собрание учителей с директором 33-й школы. На нем обещает присутствовать и руководитель городского отдела образования. Бахром Абдуллаев, Нуржан Алтынбеков, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар».